Все еще в довольно неплохом преимуществе находится команда NIP Хампус МК. Электроник пытается выйти. Серфер! Нашел все-таки ножик для себя, да, сразу погиб. Но плюс полторы красиво заработал на стиле. Это капитанское решение. Слушай, нужно было кому-то выйти после этого ножа на монстре. И было важно еще и не отпустить эстага после него с калашом. Благо, там еще находился один из бойцов команды Na'Vi. Но вот решение Бумича выйти даже без раскидки, напрячь бочки, это было ключевое.